Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня по-прежнему зовут Инга, и сегодня я в нетерпении, потому что у нас с вами Far Cry 5. Приобрела Far Cry 5. Спасибо вам, друзья, за последний стрим, где вы мне активно донатили и тем самым помогли таки купить белые тапочки к этой игре. И поскольку сейчас я сижу в белых тапочках, то, я думаю, самое время ее начать посмотреть. При вас начинаю. Ничего не пробовала. Единственное, что сделала, настройки. Настройки стоят на ультра. Все ультра, кроме теней. Тени я немножечко приспустила, чтобы была лучше производительность игры. Так, ладно, давайте начнем и будем мучиться и страдать. Так, уровень. Так, знаете что? Я поставлю средний, чтобы чаще убиваться. Так, итак, у нас тут... Ага, у нас создание персонажа. Подождите, где девочка, где мальчик? Я не совсем понимаю. Вот это, наверное, все-таки девочка. Требуется подтверждение. Вы сможете вновь создать персонажа после освобождения острова. Ну да. Давайте будем освобождать остров. В принципе, эту игрушку мы планируем проходить в коопе с гиперборейским. Ну, опять же, как проходить? Надо посмотреть еще. Я видел десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть ее книгу и снять печать ее. Откровение святого Иоанна, глава 5, стих 1 и 2. Вот так вот. Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы, потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Стой, стой. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он — отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет. Но они прозреют. Эй, ты! Да, ты! Ты зря тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Твою мать, вот он. Чертов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране эдемщиков. Еще долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид не из тех, кого можно припугнуть. У нас с ним уже были стычки, секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Ага, этот, да, наверное, из них же. Но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Напоминает Том Кланси. А вызови-ка диспетчера. Есть. White Horse диспетчеру, прием. Да, я... Мы приближаемся к поселку Нэнси. Прием.
Ясно, шериф. Вы еще не передумали. Бьем. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга маршала. Все, слушайте, мы влипли. Они тоже сектанты. Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой. Так, друзья, сейчас будет жара. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салагу. Сектанты бы обосрались. Брат. Это я салага. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики. Так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. И как обычно, на такую толпу послали двух человек. Шерифа какого-то и меня, что ли? Мы садимся. Сажай! Брат, понял. Так, друзья, управление. Я опять не смотрел управление. Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. А, нет, значит, все-таки они... Я вас помолюсь. Слушайте все, три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте, ясно? Вот этого я обещать не могу по поводу. Внимание! Оружие. Не зевать! Идем! Так, ну теперь мне говорите, как идти. Я ж точно салага. Он будет в церкви, не отставай! Так, смотреть в оба. Идем. Их легко спугнуть. Бежать как? Спокойно, ладно? Как бежать? Как бежать? А ну успокойтесь! Как бы не бывает. Вас это не касается! Не вмешивайтесь! Шериф, дело плохо. Все в порядке, как? Но мне это не нравится. Отец. И у вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Нет, подождите, надо сразу смотреть, как убегать. Похоже, сюда уже не убежишь. Тут собаки. Сейчас, подожди. Ты собаки? Так, это все за нами побежит потом, да? Прям на заклание идем. Поперлись такие. Что у меня, кроме потертых штанишек? Ой, отец, тащи сюда свой зад, если хочешь жить. Отвень. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери, прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Маршал создан для того, чтобы делать глупости, по-моему, нет? Все хорошо. Точно? Я сомневаюсь очень сильно. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Я не могу никуда идти. Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они, саранча в нашем саду.
Они пришли за мной. Ой, прихожане. Чтобы забрать тут меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. А оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я думаю, медбог здесь не щитом, как говорится. Печать, и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага, не трогай. Давай, в наручники его. Не трогай гадость. Бог защитит меня. Ой. Салага, браслет на него. Нажмите, чтобы арестовать отца. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Нажми тебя, чтобы тянуть, это и так понятно было. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед! Мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим. Как оружие доставать? Как стрелять, главное? Не сходи с пути. Так. Поле зрения у меня ограничено. Отец! Отец! Назад! Назад! Что ты делаешь? Надо. Всем живо назад! Отпусти его! Не уходи! Салага, идем! Я федеральный маршал, и я приказываю вам отойти! Убери оружие! Сейчас же отпусти его! Мы можем остановиться. Я заряжу вас всем назад! 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 Давай! Назад! Назад! Живее нахер! Что ли? Что случилось-то? Уже дивизию. Так, мы потерпели крушение. Мы вверх ногами висим, судя по всему. А этот жив еще, понятно. Отвечай, прием. Получи небес. И там есть кто-нибудь? Ну же, давайте. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Бог здесь ни при чем. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни.
храни тебя Бог. Вот я ж сказала, что они тут все заодно. Боже ты, мерзкий. Никто не придет на помощь. Нацизм это страшно. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Она еще жива. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они... Вестники узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Господи, господи, выпустите меня отсюда! Висели, висели. Как мне освободиться? О, друзья, по-моему, сейчас закончится все так и не начавшись. Да как отсюда выйти-то? Ауч. Я ничего не могу сделать. Или я что-то должна делать? Подожди. Что, как мне... А, мне просто не дают ничего делать. Слушай, ну ты тормоз, а? Так, отбежать как? Должны все шипы. Куда бежать? Отец. Я откуда туда бегу? Господи, это елка была, я думала, это человек. А, забор, черт возьми, тут забор. Давайте, давайте. Ага, прыгаем через shift. Фу, вернее, через этот пробел. Так, дорога, надо от дороги подальше. Так, присесть мы можем? А, можем. Так, друзья, ну вот, нам дали, по крайней мере, управление. Ага, здоровье здесь само восстанавливается. Ищите. Так, мне надо как-то через этот забор прилезть. Что-то мне подсказывает, что я этого не смогу сделать. Надо искать выход. Там дорога. Так, и все, смотрите, ни карты, ничего, какие, ну-ка, листики, цветочки, лепесточки. Так, друзья, ну что ж, я так думаю, что наберитесь терпения, поскольку я... Хуво знает, может, надо просто валить и кричать с криками «Ура!» бросаться на колючую проволоку. Нам сказано было взять... А, дубина есть. Чем взять? Е, да? Там они орут. Перейду, бью, я не вижу ничего из-за твоего дубля. Ты не уничтожишь наш сад! Где этот садовник? Даже не пытайся сбежать от нас! Тихо ты, не греби. Пошли скорее. Тебе не жить, даю слово. Грехи выдадут тебя! Ты не сможешь от нас уйти! Нас не обвести вокруг пальца. Слава отцу. Мы тебя найдем! Так, облутать можно? Нет. Да-да-да-да-да. Мы его облутали. Я не знаю, что мы взяли. Ага, вон там еще один. Скоро это все закончится.
смотреть здесь. Так, это один ходит, да? Ты не сможешь от нас уйти! Ага. А где еще одна громкоговорительница? Это как искать иголку в стоге сена. Именно. Сколько проблем от нее? Так, ну это ж уже будет не бесшумное убийство пистолетом-то. И темно, ничего не видно. Ничего, наверное, надо в настройках сделать поярче. Так, вон там костер. Здесь они где-то ходили. Что это? Не-не-не-не-не, какая это? Это какая-то... Что за... Палка? Не хочу палку. Зачем мне палку? У меня пистолет есть. Где этот музыкальный товарищ? Вон он. Подходим. На месте. Сейчас сюда пойдет, да? Рискнем. Взять не надо взять, обыскать мне надо его. Куда он делся? А теперь он там почему-то. Он что, бессмертный? Это еще один. Это я его не вырубила, что ли? Вот это да. Так, обыскать. Боеприпасы. Ага, мы можем сквозь окошко прыгать. Так. Глядите в оба. Я так и знала, что они услышат выстрелы. Обыскать. Боеприпасы. Ага. Итак, с боеприпасами у нас тут будет напряженочка, значит, я поняла. Боеприпасы постоянно надо будет находить. О, это не весело. Это совсем не весело, друзья. Это совсем не весело. Чем-то все это мне немножечко напоминает Fallout. Оно и неудивительно. Так, это что? Нет, не тело мне нужно. Что за пистолет у тебя? Может, он лучше? Канистрочку. Здесь можно все сжечь к чертовой матери. Ага. Дубье. Так, взять. Не-не-не-не-не. Не буду ничего брать. У меня пистолет. У меня пистолет. Я уже знаю эти Far Cry. Что-нибудь возьмешь, потом фиг поменяешь. Что взять было еще? Еще дубье можно взять. Не-не-не. Так, упыря мы прибили.
происходит. Так, мы в присядку. А там у костра сколько? Много народу-то? Яду в котелок вам не подбросить. Так, ну вообще-то я хотела потестить, посмотреть на графику. Но нет, нас кидают специально в ночь, специально в какой-то экшен ползучий. Потому как нефиг баловаться, говорят нам. Грехи выдадут тебя! Враг себя еще выдаст. Ну вот, опять. А как же так? Я куда-то не туда пошла опять. Так, друзья, возможно, все эти поползушки я подрежу, когда буду монтировать видео, потому что я не знаю, я попробую сейчас одним куском пройти весь этот пролог. Насколько нам это удастся, я не знаю, поэтому не обессудьте, если будет что-то обрезано. Не сочтите за личное, как говорится. Так, ну вот, вроде как-то они уже далеко говорят. Слева отсюда. Так, тут что-то есть. Что это? Боеприпасы для винтовки. Вон это люди? Или это растения там шатаются? Кто вот, кто-то только что здесь колыхался. А, нет, это... Ох, у страха глаза велики. Ну, ладно. Так, а взять мы можем единоразово, да? Все. Бандюганы, я так понимаю. И Библия их раскидана. А, чуть ли не мальтийский крест. Ну, не мальтийский, конечно, но все равно стилизованный. Так, ну вот. И трейлер. Эй, маршал. О, боже мой. Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Сапожки резиновые. Давай. Проверь тут все. А ты чем тут занимался? Проверь тут все. О боже. Ничего себе. Твари. Америка, вы как всегда свою. Мы посадим твари. Всю эту семейку. Всю семью. А еще говорят, русские всех шапками закидаем. Мы выберемся отсюда. Но сначала. О, вот дай мне. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. Это кто едет? До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с Национальной гвардией. Никто и уничтожим всех. Так. Вот именно, подожди, не лезь никуда. Давай-ка будем все делать тихо. А, понятно. Что делать надо? Так, стрелять, наверное, да? Куда ты попёрся-то, идиот?
похоже, здесь... Ключи от тачки! Прикрой! О, майн гот! Перезарядка. Так, СТРЛ, СТРГ. Давай мотай свои вешки быстрее. Залезай! Хватит уже! Так, как садиться? Ты что творишь? Нужно убираться отсюда! Впереди! Береги! Так, выглянуть. Надо быть осторожным. Не знаю, кому и верить. Чёртова Нэнси! Так, я так понимаю, что это не последний блокпост у них тут. Перекрыли. А, во-во-во, я так и думала. Езжай, езжай, езжай. Что использовать, я не пойму. А, Е взять динамит. Ты можешь быстрее перезаряжаться. А еще один. У них еще и самолеты есть. Самолет. Похоже, мне хана. А как так? О-о-о. Сколько ж меня будут убивать? А, блин. Хватит уже! Давай, 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 валить. Нужно убираться отсюда! Впереди! Впереди! Так, от этих... Разберись с ними! Подъезжи! Ты как там? Молодчина! Без тебя я бы сдох! Так, 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 ну теперь мы, по крайней мере, знаем, что тут будет. Так, как R перезарядить? Вот так вот. Чёртова Нэнси! О, нет, дороги перекрыли! Сзади! Чёрт! Избавься от них! Надо убивать сразу. Господи, нам не объехать! Держись! Да если бы ты еще не трясло тебя. Так. Да блин. Е, взять динамит. И что делать с этим динамитом? Получается, я использую динамит, друзья. Вот этот мотоциклист, гад, 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 гад. Да? Это был динамит. Аптечка, аптечка, аптечка. Это что, блин, самолет? У них еще и самолеты есть. Где самолет? Где самолет? Где самолет? А как самолет-то этот бить? Или что, ракету сбивать? Что надо сбивать-то? Где самолет? Езжай давай! Где самолет?
давай. Дерьмо! Впереди! А, впереди? Они издеваются! О, нет! О, нет! Нет, 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 нет! Господи, берегись! Ауч! Слушай, ну ты бодила, блин. От бога. Я и то лучше тебя вожу. Так, пардон, друзья. Давай, 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 да надо поплывать. А, он выбрался, да? Так, ну я ничего не могу сделать. Так, ну это вроде не эти, это не сектант. Возблагодарите, которых я предвидел, день, который я предвидел, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, и всех перевели в нужные руки моих родных. Почти всех. Так, о нет, отец, дети, внуки. Так. А ты кто? Конечно же, американский флаг, а как иначе? Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Что вы тут все на одно лицо? Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. А ты кто? Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Слушай, ну он они просто ждали как его. Отец давно. Этого отца. Ждали ну, того, похоже, одно и то же лицо. Придет, те же... Чтобы осуществить пророчество. Водянистые глаза. И развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Да-да. А как иначе? Разумнее всего было бы отдать тебя им. Почему ты этого не сделаешь? Тогда не будет сказочки. Черт. Зачем же ты привязал сначала? Был в раздумьях. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Именно сжечь? Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, приходи, как нам вылезти из этой жопы. Ко мне. И мы будем вылезать из жопы. Ах уж этот Far Cry. Far Cry вперемешку с Fallout'ом, друзья. Вот не говорите мне. Так, я хожу теперь, я уже не ползаю. Нет, вот присесть, встать. Far Cry вперемешку с Fallout'ом. Переодеться. Ну-ка. А, друзья, и тут наступает наше любимое занятие. Мы будем делать персонажа. Выберите элементы, прежде чем перейти к настройке персонажа. Окей, окей, окей. Так, ну что ж, по обычаю, по нашему... Сколько тут вариантов. Мы будем заниматься этим... Нет, лошадиное лицо я не хочу. Вот, по-моему, было... Нет. А есть нормальные лица, послушайте. Ну вот это какая-то... Зося.
Либо это Зося, либо это Зося. Нет, это какая-то пучеглазая Зося. Вот это Зося, вроде ничего. Так вот, будем заниматься этим, друзья. Я буду молчать, пущу запись на ускоренную и увидимся с вами уже, когда персонаж будет полностью создан. Так, ну вот, друзья, персонаж создан. Нам говорят, что мы можем его переделать потом. Какой-то жопастый получился у нас персонаж, если уж на то пошло. Ну да ладно. Так, что здесь у нас имеется? Что здесь у нас имеется? Поговорить мы успеем? Давайте посмотрим. Закрыто. Ага, нужен ключ. Там какая-то есть записочка. Говорят нам... Ой... Подожди. Читать. Письмо от Hope Country Chronicle. 13 октября 2014 года. Уважаемый мистер Рузвельт, я хотел бы взять вас в интервью и поговорить о вашей недавней размолвке с правительством из-за дождевой воды. Насколько я понимаю, вы подали запрос, но его признали недействительным, что привело к заключению... и судебному разбирательству. Нужно подтвердить ваше заявление в суде, что право на воду дано нам Богом, и власти крадут наши ресурсы и землю. Мы должны защитить свои права и свободы. Мы действительно сказали судье, можете не сомневаться в том, что я вас не уважаю. Давайте, дайте знать, если согласны на то, чтобы я записал вашу историю. Так. Hope Country Chronicle. Окей. Так, а что еще? Еще что-то читать? Нет, это мы уже прочитали. Так. Папа, я получил твое письмо. Здорово, что обвинения сняли. Мы попробуем заехать летом. Рики хочет показать себе, как он катается на двухколесном велосипеде. Но у Анны много работы в колледже. Я знаю, что это много для тебя значит, поэтому мы постараемся. Только давай без разговоров об обучении на дому, ладно? Нам с Анной это не по душе, да и школа... На Саут-стрит одна из лучших. И обойдемся без штучек, выживальщиков. Рики они нравятся. Но Анну выводит из себя. Спишемся. Угу. Понятно. Значит, этот вот человек тут, который и начал тяжбу. То есть вот этот мужик, вот он тут и скрывается. Все понятно. Все ясно. Еще один обиженный, отвергнутый, непонятый. Так... Что еще у нас тут есть? Здесь ничего. Какие-нибудь патроны, слушайте. Ага, он там по рации говорит. Так, здесь был наш гардеробчик. Все. Так, там где-то что происходит? Еще какая-то записочка есть. О. Эй, меня кто-нибудь слышит? Сектанты налетели, как саранча. Бросают людей в грузовики. Хватают еду. Вокруг грохочут выстрелы. Люди гибнут. Прошу, помогите. Не знаю, сколько мы еще протянем. Если у вас есть оружие, мы ждем вас в Олд-Энде. Иоанн решил занять город. Сектанты выжили из ума. Они убьют всех. Если кто-нибудь слышит, мы с пастором Жеромом сделаем все, что смог. Они не возьмут нас живыми. Понятно. Что это было? Так, где-то тут была аптечка. Я на нее наткнулась и взяла автоматически? Или как это? Или как это получилось? Так, 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 так. Жилище. Здесь, очевидно, можно спать. Угу. Так, проверим наше зрение. Мы все видим? Юбутотла.
Так, пока что ничего мы не можем взаимодействовать ни с водой. Да, это типа медотсека, что ли, или что-то такое. Что-то в этом роде. Еще можно? Нет, больше никто. Эй, меня кто-нибудь слышит? Сектанты налетели, как саранча. Это все повторяется. Так, понятно. А, что еще? Еще где-то какая-то записочка у нас. Так, итак, здесь по-прежнему закрыто. Да-да-да, нужен ключик. Не знаю, можем ли мы найти ключ, или все-таки надо, наверное, все идти разговаривать с товарищем. Бум. Наверное, хорош тянуть. Черт возьми. О. Так, музыка, 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 музыка. Стоп, тихо. Не надо мне музыку, секундочку, друзья. Прошу прощения, но музыку я... А радио все равно орёт. Хрень бесполезная. Хрень бесполезная, друзья. Радио орёт, но прилетит мне, очевидно, опять страйк. Есть в тюрьме кто-нибудь, кто меня слышит? Да, иди есть. Сюда. Есть разговор. Все. Подожди, отвянь. Я выключила музыку. Теперь можно и возобновить. Так, читаем. Яков Сид, солдат, самый страшный из сидов, руководит обучением солдат в горах Вайтвелл. Его девиз «Жертвуйте слабыми», судя по всему, балуется психологическими экспериментами, ходят жуткие слухи о людях, которые бросаются друг на друга по поводу и без. Говорят, он ответственен за создание чудовищ, которых сектанты называют судьями. Боже мой, тут еще есть и всяческие упыри. Готовы. Ах, так их тут... Много всяких сидов. Так, подожди, подожди. Вот, смотрите. Это вон главный сид, а это его всяческие рукава. Так, Ян Сид, крестительный. Господи. Самый младший из сидов и, наверное, самый жестокий. Отвечает за пополнение рядов сектантов, метка очищения, исповедь, искупления. Эти четыре шага ждут каждого будущего члена секты, врата Эдема, если, конечно, ему удастся выжить. Требует от своих последователей признания силы слова. Да, и использует эту идею, чтобы заставить их делать все, что он пожелает. Полный и бесповоротный псих. Но они тут все психи, ага, только. Нашла себе одежку. Да, нашла, нашла. Подожди, сейчас. Вера Сирена. Трудно сказать, откуда она взялась. Однажды просто появилась здесь и все. Способна запудрить мозги любому, лгунья и манипулятор. Стоит расслабиться, она отравит твой мозг с помощью блажи. Каждый, кто оказывается в районе реки Хенбейн, либо умирает, либо отправляется проходить путь веры, становится одним из безмозглых ангелов, которые делают за сектантов всю тяжелую работу. Так, ну и вот сам Сид. Так, только иди сейчас. Сюда. Подожди. Есть разговор. Сейчас. Иосиф Сид, отец. Иосиф Сид, лидер проекта «Врата Эдема», который верит, что грядет великий коллапс, а он сам современный Ной. Иосиф думает, что Господь сказал ему спасти как можно больше душ, он начал жатву, и его последователи готовы умереть во славу своего отца. Иосиф заставил своих людей построить три огромных бункера, где все переждут момент, когда его пророчество сбудется. Короче, он конченый псих. Ай, друзья, вот чего не люблю и терпеть не могу, это вот этих вот всяких сектантов, всех вот этих вот сбрендивших с поехавшими мозгами. Готовы к работе? Да. Не особо мне нравится, что игра про них. Ну ладно, будем их бить. Так, ну давай разговаривать. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Ну? Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Ты это уже говорил. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Ага. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда.
Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. А мы на острове? В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Ага. Итак, оружие и карта в сейфе. Береги себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Ох-ох-ох, придурки-придурки. Так, здесь очень темно. Здесь нету никаких фонариков. И где выход-то? Господи, как отсюда теперь выйти? Вот. Я взяла ключ. Я могу теперь открыть? Ага, смотрите, здесь мы еще не были. Борьба за воду. Ричард Дач Рузвельт провел в тюрьме 2 ночи за неуважение к суду после попытки отстоять свое право собирать дождевую воду в резервуар, принадлежащий штату. Это, подождите, дождевая вода принадлежала штату или резервуар? Мистер Рузвельт занимался сбором дождевой воды без соответствующего разрешения, что является вопиющим нарушением законов Монтаны, сказал Эдвин Гарсия, заместитель директора департамента водных ресурсов. Мистер Рузвельт намерен оспорить обвинение. Че, с ума сошли, что дождевую воду нельзя собирать? Это что-то новенькое. Хотя, я не знаю законов штата Монтаны. Так, что тут у нас? Дач, слышишь? Это Рэй-Рэй. Что за хрень творится? Мы слышали выстрелы, а до этого взрывы, и клянусь, это был не гром. Бумер никак не успокоится. Сектанты что-то удумали. Долго мы будем их терпеть. В общем, перезвони, как сможешь. И береги себя. Так, понятно. О, аквариум. А это рыбка, которая... Собачка. Собачка. Слушайте, интересно, здесь собачка тоже будет? Ой, свет божий. Фу, ну вот, теперь можно посмотреть на мир. На эту страну. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должна кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Угу. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже 2 их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Так, ну понятно. Типичный Far Cry. У меня камеры по всему острову. Да, я уже заметила, вот она. Я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Так, пистолет. А где моя пушка-то? Подождите, а где у меня был автомат-то? Гранат у меня нету. Это у меня пистолет. Так, секундочку. А мне же давал этот... А, или у меня его забрали, наверное, когда меня вырубили-то. Ну да, мы же с машины упали. Наверное, там и остался. Итак, ну, руки руками. А, коктейль Молотова. Метательный нож. Граната. Патроны.
Все понятно. Это что? Пусто. А как достать оружие? Вот так вот, да? Ладно, давайте ходить с оружием, потому что не равен час. Хотя, в принципе, можно и убрать. Итак, давайте рассматривать траву. Давайте посмотрим, как тут все у нас красиво или не очень. Какая-то очень странная трава. Вот эти вот красные лесохвосты. Они мне не нравятся. Итак, освобождать, зачищать, распространять. У нас должна быть карта, я так понимаю, да? Итак, вот мы так как-то передвигаются. А, действительно остров. А как мы на него попали? То есть вот здесь, что ли, мы проходили? Да вроде как бы нет. А хотя да, мы ж не знаем. Мы были в трейлере. И этот мужик нас просто-напросто вытащил. Каким образом он нас сюда притащил и откуда, мы пока не знаем. Регион Датчи. Так, и пока что это вот эта вот вся карта. Больше нас никуда не пускают. Так, ага, это вращение. Вращать я не люблю. Так, по центру, эскейп назад, масштаб. Тудым-сюдым, все понятно. Регион Датчи. А задание куда? Бункер Датчи. Пока что ничего не стоит. Мы должны сами туда добраться, очевидно, да? Так, ну ладно, не будем тратить время. Освободите остров Датчи. Пошлите освобождать остров. Что нам? Расплюнуть. Давайте туда, может быть, пойдем водичку, что ли, посмотрим. Да, ножки у нас. Водичка хорошая. Даже бензин по ней плывет. Фу-фи-фуй. Итак, еще раз карта. Мы направляемся в эту сторону. Ладно. Хотя, в принципе, смотрите, освобождать. Это вот его бункер. Вот тут какой-то домик. Тут я вижу, что ничего нету. И вот здесь на побережье что-то. Соответственно, нам, наверное, надо в другую сторону. В ту сторону. Берега. И что же делать? Будем освобождать. Пока мы не освободим этот весь остров, нам не видать коопа. Нас не пустят. Совместное прохождение. Так, ну-ка, травка. Уничтожать алтари сектантов, чтобы получать очки сопротивления. Да, но его же надо, наверное, как-то взорвать, этот алтарь. Обнаружено новое строение сектантов. Да я уже видела его на карте. Что мне открывать карту? Ну да. Топ его не охраняли. Камешек я забраться не могу. Я думала с этого камешка упыря пристрелить. Черт, возьми пистолет. Ага. Интересно, мы попадем? Да ладно, бум. Мы плывем, нас не видно. Что, задыхаемся?
ну, очень сестры. Густой. Ничего хорошего из этого меня не выйдет. Стреляют. Подожди, пока он рассеется. А где показывают уровень кислорода? Убили одного. Ага. Да вылезай же ты, господи. Нет. Так просто мы не можем выбраться на этот бережочек. Так, ладно, это было, кстати, хорошее место было вот только что, где мы были с вами. Вот здесь вот. О, смотрите, стоит. Заливной стол, удар молнии или просто пуля. Выбирай. Где он? Главное, что я не вижу. Где? А, вон бегает. Давай, стой на месте. Зараза. Ага, ты еще и тетка. Тебе повезло, что я не взяла с тобой псов. Это мне точно повезло. Вон она. Ты будешь избегать ее. Поэкономим аптечки. Все? Все успокоились? Очевидно, да. Так, а быстро мы плавать умеем? Умеем. Так, ну что, сектантики? Где они тут были? Мне их надо. О-о-о. Ах, тут газ какой-то они пускают, слушайте. А что взять? Лопату? Не хочу брать лопату. Они газ пускают, друзья. Вот в чем дело. Так, давайте-ка быстренько тут возьмем боеприпасы и убежим быстро. Так, это они уже кого-то. Нет, так дело не сделаешь. Ага. А вот это вот для чего тут стоит? Ну-ка.
было только что взять. Значит, не здесь. Так, мне надо найти, где тут кого я подстрелила. Или они уже исчезли? Нет, вот они. Так, боеприпасы. О, автомат. Селектор оружия. Удерживайте Q, но это мы уже поняли. Это мы все поняли. Дополнительная верхняя часть ближнего. Давайте-ка будем разбираться. Итак, ага, это или это. Автоматик. Автоматик — это хорошо. Все ясно. Так, ну это был один. Тут была где-то тетка, которая вопила. Да ну что ж ты делаешь? Было еще кого-то мы тут пристреливали. Давайте его искать. Опять же, патроны. Метательное оружие. Итак, что нам дали? Коктейль Молотова. Алкоголь нужен и ускорители какие-то. Ага. Мы можем изготовить. То есть мы еще и крафтить тут можем. Отлично. Так, ну где-то был третий. Третья я. Она была где-то прямо вот здесь вот. Не знаю, смогу ли я ее найти. Было бы неплохо ее найти. Так, друзья, буду искать. Если я ее найду за кадром, то так оно и будет. Так, ну а у нас есть коктейль Молотова. Наверное, надо сюда швырнуть его. Каким образом это делается? Так, коктейль Молотова. Обычно это делается правой кнопкой. Нет. Г. Нет. Е. Нет. А-а-а. Так. Yes! Алтарь разрушен. Все, никаких газов больше. А плюшки есть тут? Ну, очевидно, все плюшки были вокруг. Вот тебе и алтарь. Пришел, подышал, обкурился. Очевидно, плюшки были здесь, да. Ага, аптечку. Что это? Взрывчатка. Вот и взрывчатка, понятно. Ну ладно, взрывчатка, может быть, нам еще пригодится. А, лопатка. И что, если мы ее возьмем? Можем копать? Эй, нет, мы ею воюем. Это у нас куда? Ага, ударный инструмент, понятно. Так, гранаты. А где взрывчатка? Мы же взяли только что взрывчатку. Или это здесь? Ах, вот оно, что можно сделать. Взрывчатка, это нам нужно... Так, корпус какой-то, взрывчатка, детонатор. И тогда мы с вами изготовим... Устройство... Устройство детонации. Не знаю, короче, как это называется. В общем, штука, которая взорвется. Так, ладно, положи лопату, бери автомат. Так оно как-то надежнее будет. Хотя патроны к нему, я так понимаю, это дефицит. Так, ну что ж, друзья, я тогда сейчас прервусь. Буду искать тетку третью. А когда найду или не найду, включим запись нашу. Дальше. Увидимся. Так, недолго мы бегали. Вот тело лежит. Как-то нету места. Подожди. Давай-ка перезаряди. А что это у меня тут нету патронов для этого?
А здесь перезарядить. Как-то нет патронов. Подождите. 15 из 120. Это что? А, зря я его взяла, друзья. У меня нет у него патронов. Но стоит же 15. Ладно. Ага, вот так вот. Теперь мы забрали остальные патрончики. Так, ладно, смотрим карту. Итак, ага. Это вот здесь было. Мы даже еще не дошли до вот этого поселенца. Но алтарик мы разрушили. Много-много нам еще с вами идти. Побежали. Что за дом? И, кстати, о птичках. Здесь есть сохранки? Не поняла я, как оно сохраняется. Возможно, оно... Как, в принципе, и в любом Far Cry ты не можешь сделать выборочную сохранку. Оно сохраняется на каких-то определенных моментах. Так, что у нас тут? Что-то мне подсказывает, что надо заходить оттуда. Я слышу, что кто-то где-то орёт. А, это, наверное, надо освободить. Да? Так, ну с освобождением тут такое дело, ёлки. Мы делаем нужное дело. Сколько вас тут? Нельзя противиться воле отца! Не так я себе это представляла. Сейчас отец вас благословит. Что все? Тебе? Конец, конечно, конец. Так, здесь мы ничего взять не можем. Ага. Эти придурки точно лоханутся. Давай. Да, ты не обязан быть героем. Спасибо, помощник. Поговорить? Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Ага, спасибо. Затонувшее сокровище. Слушай. Подожди, я обязательно послушаю. Какое затонувшее сокровище? Тайник выживальщиков. Ага. Я тут видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если так поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Наемники. Так, парень. Пронесло. Спасибо. Ага, то есть я могу его взять в компанию. Ну, честно говоря, мне компаньон, наверное, не нужен, потому что я так думаю, что его убьют очень быстро. Мелкие пробрались в гараж. Вот ведь прогнозы. Мне удивительно было другое. Смотрите, мы сейчас с вами взяли стрелы. Мясо. Олень. Так, подождите. Кто куда в гараж? Дайте-ка мне журнал заданий. Так, остров Дача. Освободите пленников, дайте отпор сектантам к рыбачьей пристани. Так,
Повышайте уровень. Это еще и какое-то сюжетное задание. Подождите, нет, давайте пойдем последовательно. Нам сказали все тут крушить, сломать и освобождать, да? Так, смотрите, как интересно. А как сюда залезть? Тихо. Да, тайник, тайник, тайник. Я вижу, что тайник. А, слушайте, а домик этот, значит, он туда попёрся? Это нормальный домик? То есть он... Странные, конечно, такие штуки. Ну, мы туда пока не полезем. Итак, домик. Значит, это домик нормальных людей, я так понимаю? Хотя что-то мне подсказывает, что нет. Там висит этот флаг их. А, нет, смотрите-ка. Ага. Человек бормочет нам про крафт. А это что тут за веревочка? Ну-ка, подождите-ка. А, веревки лежат там, где можно залезть. Все, понятно. Так. Ну что ж, давайте пойдем посмотрим, что он там крафтит, этот товарищ. А он явно что-то крафтит, да? Не зря сегодня рано встал. Да, не зря, не зря. Чтоб тебя чуть не убили, а я тебя чтоб освободила. О, кого-то тут уже хорошенечко скинули. Ну. Боеприпасы, дробовик. Я твой должник. Ну, да. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом. Надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча. Они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись. Еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Пожалуй, я... Черт возьми! А мы, пожалуй, походу, тоже вооружимся. Походу, у этих цветов есть один бог. Пуля. Трубой. Ах, пуля, дура, штык, молодец. Так, ладно, все понятно. Здесь мы все обыскали. Не крафтит этот человек. Возможно, нам потом откроется крафт. Хотя, в принципе... Так, что сейчас было? Что сейчас было? Перепрыгнуть? Использовать трос? Куда использовать? Ауч! Ах, вот как! Ах, вот как! Слушайте, как здорово! Прокатились. Понятно, но мы не туда прокатились. Там был еще один трос. И, кстати, по поводу залезать. Где веревочки? Солнце лупит, мы не видим. Ага, то есть где нету веревочки, вот так мы не запрыгнем. Так, ага. Все понятно. Так, ладно, учимся, учимся, друзья. Как я и говорю, я запустила игру 20 минут назад. Ничего не знаю. Поехали, что ли? Смотри, здесь трус, здесь можно... Не-не-не-не-не, залезай обратно. Вот еще трус. Поехали. Ага. Вот мы как раз около этой нычки. Так, что нам тут надо было сделать? Читать.
Записка выживальщика. Привет, Майк. Я попытался добраться до подземной нычки, но главную трубу прорвало и все затопило. Понятия не имею, уцелело ли что-то. Надо как-то запитать насос и откачать воду. Я знаю, что переключатель в лодочном сарае, но он закрыт, а ключ мы... Ты мне не оставил, так что разбирайся сам. Гарит. Опять гарит. Так, затонувшие сокровища. Так, ну давайте будем отслеживать. Нам нужны сокровища. Проберитесь в лодочный сарай. Слушай, так ты сорвала джекпот. Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычат кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда. Снаряг-то пригодится. Снаряга, да, нужно включить питание, друзья. Вот много чего нужно. Но знаете что, давайте-ка здесь я пока нашу серию остановлю. Я не знаю, что из нее получится. Потому как, естественно, я ее буду монтировать, подрезать, убыстрять, но в тайник мы полезем с вами в следующей серии, поэтому заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится, не нравится, не ставьте ничего, хотя можете ставить и дизлайки, мне все равно. Огромное спасибо, друзья, тем, кто это видео посмотрел, всего вам хорошего и пока-пока-пока!